говорит, что в этот день мы читаем Парашат Терума, где строится храм в пустыне. Конечно, в Израиле храм строится на Иерусалиме, правильно? Рома спрашивает вопрос, почему Бог выбрал то место построить храм? Можно было выбрать другое место тоже, говорит Рамбам. Почему именно то место было выбрано? Рамбам отвечает, потому что в этом месте, когда, говорит, Адам был создан, первый корбан, который принес Адам, это был на том месте, где сегодня вот стоит мизбеах, где проносили тысячи лет назад корбанот. И на том же месте, где Каин и Хевель принесли корбан, Ноах принес на том месте корбан, Авраам, Ицхак и Яков. Значит, Бог выбрал место принести корбан оттуда, там, где Адам и до Ицхака вообще все приносили корбанот. Вопрос, почему там? Потому что Рутай Зоар говорит, и Мидраш это говорит, и Гемара это говорит, что с какой земли был создан Адам? Ответ: на земле, которой сегодня Рута стоит Мизбеах, где проносили жертвоприношения, работая, из той земли был создан работая Адам Варишон. Бог говорит, с той земли, которую я тебе, говорит, создал, вот так, говорит, земля будет прощать, говорит, твои, говорит, грехи, работая. И понятно, когда Машиах придет, работая, на том же земле будет стоять наш храм. Так, дверям.